Между тем, боевики Исламского государства заявили о своей причастности к теракту в Калифорнии. И это не единственная громкая новость, которая сегодня поступила из Сан-Бернардино. В городе было эвакуировано крупное почтовое отделение, куда пришла подозрительная посылка, адресованная Саиду Фаруку. Напомню, 2 дня назад он вместе со своей женой расстрелял посетителей в центре помощи инвалидам. Ничего опасного в корреспонденции не нашли, но к этому моменту ФБР уже признало нападение терактом. В прессе появилось и первое фото сообщницы Фарука. Как утверждает CNN, Ташфин Малик заявляла в соцсетях о поддержке ИГИЛ и присягнула на верность террористической группировке. Жертвами калифорнийских стрелков стали 14 человек, 20 получили ранения, террористы убиты.